Задача подготовить этот проект действительно на всероссийском уровне, внедрить самые лучшие практики, самые новые инновационные методики, которые есть в стране, а может быть даже придумать того, чего еще нет в стране, и чтобы наши камчатские ребятишки были, ну, одними из первых вот в этом направлении, и уже с самого маленького возраста уже осознавали, зачем им это нужно, где они живут, как они взаимодействуют с этим миром, как они взаимодействуют друг с другом, с вещами, которые есть. Потому что вопросов и проблем, которые существуют в теме экологии, их огромное количество. И решать их какими-то волевыми методами или при помощи государственных каких-то механизмов, это абсолютно неэффективно. Потому что только с действительно экологизацией мышления, с понимание всех задач, всей вообще масштабности этого вопроса, и начинается изменение этой ситуации.